21 марта, Харьков, Благовещенский собор. Сегодня в Харькове пройдет крестный ход с молитвой о мире в Украине. Проводит Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, каноническая. Перекрываем дорогу, давайте, там полиция перекрывает. Делайте проход. Один человек, одного. Вот с которого я звоню, вот этого человека пустите. Все, мне не надо. Не спешим. Начало крестного хода. Матерь Божия, наш слава!